Производство хлеба, наверное, самое древнее ремесло. Ремесло, которое насчитывает сотни веков. Каждый народ имеет свои тайны по выпечке этого продукта. Выпечка хлеба – достаточно трудоемкий процесс. Это душа и настроение людей, которые его производят. А все начинается с земли, куда попадает плодородное зерно. Под действием времени и труда людей вырастает колос, который после переработки превращается в высококачественную муку. Грузинский хлеб – это дух грузинского народа, дух свободы, веры и жизни. Грузинский рецепт – это наша попытка предоставить вам возможность попробовать кусочек другой культуры, стать ближе к старому и далекому Тбилиси, с его старыми улочками, веселыми песнями, сказочным вином и запахом домашнего хлеба. Вся наша продукция изготавливается по древним рецептам народов Грузии и стран Минадейки. Хлеб изготавливается вручную и только лучшими специалистами своего дела. Первоначально замешивается тесто, которое настаивается несколько часов. В состав хлеба мы включаем только три ингредиента. Это мука, соль и вода. Потом идет процесс разделки и формовки хлеба, после чего тесто опять должно настояться несколько часов. Время и труд, труд и профессионализм, руки и душа – вот составляющие успеха хорошего и вкусного хлеба. Потом начинается процесс выпечки хлеба. Лаваш выпекается в уникальных грузинских печах, аналогов которых в Украине нет. Сейчас мы находимся в самом центре производства. Именно тут выпекаются свежие лаваши по уникальным грузинским технологиям. Это грузинская печь тандыр. Возраст печи насчитывается около 4000 веков. Национальная грузинская печь Тарне – огромный кувшин из винных погребов, где в точности сохраняется истинный дух традиционной технологии хлебопекарства. В Тарне выпекаются лаваш кахетинский, шоты кахетинские, лаваш тбилисский. Сейчас мы находимся в цеху, где находится мискитинская печь. Для строительства этой печи были специально приглашены специалисты из Грузии. За процессом следят лучшие специалисты и профессионалы своего дела. Весь хлеб изготавливают вручную. Из-за уникальности приготовления хлеб долго сохраняет свои вкусовые качества. Мискитинская печь, в которой выпекается лаваш мискитинский, лаваш трапезный и бердзнули. Эта печь была изобретена горцами Грузии в 16 веке. В конструкции фурне были применены элементы церковных куполов. Именно в этой печи выпекаются кондитерские изделия хачапури, ачпа. Сейчас мы находимся в упаковочном зале, где происходит последний процесс стадии приготовления лавашей. Это упаковка хлеба. Пленка для упаковки была специально привезена из Франции. Каждое утро, каждый день наши специалисты с умом и душой готовят для вас лаваши, чтобы на вашем столе всегда был замечательный хлеб. Хулиган! Эх, эх! Хулиган! Машма! Хулиган, кшенивар, туара, тас хулисивар, хулиган!
как Чиливар, Тюара да Схрусива. Благодаря кропотливому ручному труду пекарей мы имеем лаваши для божественной трапезы каждый день. Расскажите нам, почему вы покупаете лаваши? Потому что это очень высококачественный и вкусный вообще хлеб, который сохраняется дольше, чем обычный хлеб, и очень изысканно дополняет кухню и вообще мой быт. Большое спасибо! Нет, я не знаю.